Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чих невольница, ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в себе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет мир. Мне поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. И ты попала к настоящему колдуну, он загубил. Происходит, будто в страшном сне, и находиться здесь опасно.